Новый патч принес нам свежие образцы вооружения. G36, Benelli M3, гранатомет. Но все это особо не интересно. Давайте же взглянем на действительно интересное вооружение. MP18. Идеальный пример того, что в Таркове убивает не оружие, а патрон. Да, это однозарядное ружье. Однако это заряд в состоянии ваншотнуть алтын и без проблем шьешь шестые классы. Знаете, убийство с MP18 приносит огромное удовольствие, так как у вас всего один патрон в магазине, и велик шанс, что вы не успеете перезарядиться до того, как вас настигнут и прикончат. Победа. Можно сказать, что Мурка 18 лучший дробовик в игре. Своей силой он затмевает новый. Свежий дробовик MP18, о, блядь. Свежий дробовик Benelli M3. Из-за мощности его патрона, он просто сидит в сторонке и курит. И даже его длинный, 13-зарядный магазин, не исправит ситуации. Пока.